17 сентября в Одинцовском округе открылись избирательные участки. Жители начали голосовать. Самые ответственные по традиции граждане пожилого возраста приходят на участок одними из первых. Свой голос считаю, что он должен, что он, значит, необходим, что он, значит, если не скажешь свое мнение, это плохо. А мнение на кухню раздражать, это нехорошо. Я человек того поколения, во-первых, очень дисциплинированный, а потом, ну, если мы не будем голосовать, то вообще что тогда будет? Получение бюллетеня после предъявления документа, удостоверяющего личность. Отметка напротив фамилии одного кандидата. Процедура стандартная, отлаженная и максимально удобная для избирателей. Никакой очереди, все четко, комиссии работают великолепно, люди знают свое дело. И еще раз хочу сказать, очень комфортно, свободно и организовано. Поэтому нет никаких проблем, очередей, там, каких-то задержек. Все действительно на высшем уровне. Игорь Шиповалов проголосовал на избирательном участке 1960 в Доме офицеров. Считает, долг каждого из нас проявить свою гражданскую позицию и прийти на выборы. Я считаю, это долг каждого гражданина перед своей страной исполнить свой гражданский долг для того, чтобы действительно определить будущее нашей страны, наших территорий, в которых мы живем, и быть ответственным за свою судьбу, за судьбу своей Родины. Выборы продлятся 3 дня и завершатся вечером 19 сентября. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».